Всем здравствуйте, давайте посмотрим, той ли дорогой вы идете. Правильно ли вы путь выбрали, правильно ли вы идете. Нужно ли вам туда, куда вы идете, задумайте. Или работу, или куда-то хотите переехать, правильно ли вы решили. Так, это мы убираем, что-то она уже все израсходовали свечку. Так, смотрим, три позиции. Правильно ли вы идете, правильно ли путь вы выбрали, да, будем смотреть. Первая позиция. Ну, как сказать, правильно или неправильно вы выбрали путь, но вы выбрали сложный путь. Тут нет ответа, правильно или неправильно. Здесь нет неправильного, вернее, пути, потому что этот путь правильный, так же, как и какой-то другой, тоже мог бы быть правильный. Но на этом пути у вас очень-очень много трудностей. Но вам говорят, что вы эти трудности преодолеете. У вас есть на все силы, вам дадут силы, чтобы это преодолеть. Вы можете добиться больших результатов, вы можете достичь того, чего вы хотите. Этот путь правильный, но он трудный. У вас есть еще какой-то другой вариант полегче. Но этот путь, на этом пути вы добьетесь успеха. Вы можете стать классным специалистом, вы можете обрести там заказчиков классных. Вот, вы можете создать деловые отношения, или вот дружеские отношения, или, может, партнерские, там, ну, вот, тут подход можете найти, тут и страсть будет, и даже страсть, если у вас нет партнера, то страсть к своей работе, то есть вы это дело любите, вам это нравится, да, какие-то трудности есть, но вам дадут силы, и вы все преодолеете, по крайней мере, вы занимаетесь и выбрали то, что вам нравится, то, что вы любите, то, чем вы готовы заниматься, то есть путь правильный, но сложный, но вам на этом пути помогут. Вот. Давайте посмотрим подсказку. Думаю, надо посмотреть подсказку. Подсказка вам. Слушаю свой внутренний голос. Слушаю свой внутренний голос. Такая подсказка. Следуй за мудростью своего внутреннего голоса, который направит тебя по пути любви и света. Такая вот первая позиция. Спасибо, однёрочки. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Увидимся с вами в следующем видео и на прямых эфирчиках. Так, давайте смотреть вторую позицию. Правильно ли вы путь выбрали? Да, вы выбрали правильный путь на этом пути. Он у вас, знаете, какой путь? Он у вас очень-очень активный путь, где очень много активных действий нужно прилагать. Возможно, какие-то поездки, командировки, переезды. В работе нужно тоже проявлять активность, чтобы достичь каких-то результатов. Нужно много действовать. Вот. Но этот путь выведет вас вперед. Видите, прям рыцарь жезлов на коне. Кто в карьере хочет, вот в карьере может добиться повышения каких-то контактов очень важных вот в рабочей сфере. В сфере отношений это тоже можно активно действовать и развивать отношения. Тоже будет движение здесь, они больше по страсти. Внешняя симпатия, страсть. Да, вы выбрали правильный путь. Если у вас очень много энергии, очень много нужно прилагать действий, активничать. Вот. Сейчас мы посмотрим подсказку. Видите, вы быстро помчитесь, как на коне. Еще и жезловый. Так, подсказка вам. Не беспокойся о будущем. Вот. Иногда ты чрезмерно волнуешься о своем будущем, забывая о том, что ты сам хозяин своей жизни. Видите? Так что вам не нужно переживать. Вы правильный путь выбрали, действуйте, идите вперед. И не переживайте о будущем. Здесь у вас этот путь ведет вас к развитию, к движению, вот именно что к развитию вашего будущего. Спасибо, двоечки. Обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить прямые эфирчики, новые видео. Давайте смотреть третью позицию. Правильный ли путь вы выбрали? Третья позиция. Вы не могли не выбрать этот путь, потому что он вам по судьбе, вас всеми способами, всеми ситуациями, вот этими вашими жизненными, которые у вас происходили, вас подталкивали на этот путь. Вас выводили вот этими дорожками, тропками там какими-то,
что вы именно на этот путь стали, чтобы вы именно по нему пошли. То есть вам по судьбе этот путь. И вас, между прочим, на этом пути будет поддерживать ваш род. Это вам по судьбе. Давайте вам посмотрим подсказку. Тут все скоро встанет, все на свои места, и вы поймете, что так и должно было быть, что это как бы лучший вариант. Вот, давайте посмотрим подсказку. Не суетись. Так. Не бегай, сломя голову, чтобы достичь желаемого. Просто попроси об этом и с открытым сердцем прими дар. Видите, ну тут как бы вам по судьбе все. Вот, тут даже бегать не нужно, носиться, вам это дают, вас туда ведут, вот, потому что, ну, вы такой путь выбрали, видимо, и вам его выбрали судьба, как сказать, род, да, как бы вам так было суждено, вы не могли пройти мимо этого пути, но в любом случае на него бы вышли, вас бы вывели и вели, и вот именно по нему, так что здесь вот такая позиция. Подписывайтесь обязательно, ставьте лайки, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы видео не пропустить. По субботам у нас прямые эфирчики. Вот, а сейчас всем пока и желаю удачи!